читаю этот роман, и в городе Н закончится дождь. Я спущусь на пару этажей не спеша и выпью кофе, и мне улыбнется симпатичный бармен, и над кофейной чашечкой взметнется дымок. О, этот запах переживаний и философии. Я очень люблю кофе, причем люблю разный. Это вопрос настроения. Если настроение мечтательное, он будет с корицей. Если воинственное, с гвоздикой. Если грустное, с нотками цитруса. Если же рабочее, он будет просто черный. Не знаю, как объяснить. Вкус кофе, конечно же, очень много значит. Но, на мой взгляд, это не самое главное. Мне кажется, очень важен сам процесс приготовления и кофейный аромат. Мне всегда казалось, что словами можно выразить все. Но, наверное, прав один мой знакомый. Иногда слов маловато. Но я все же постараюсь. Кофе. Это аромат моей мечты. Это магия, вдохновение, настроение. Для кофе-пития у меня даже существует целая церемония. Ну, конечно, когда позволяет время и есть желание. Итак, когда улажены все дела и можно, наконец, предаться заслуженному отдыху, я беру кофейные зерна, засыпаю их в ручную мельницу, именно в ручную, дабы передать им свое настроение, энергетику. Потом включаю танго, и вот здесь начинается магия. Мне кажется, что я в Аргентине, на карнавале или на празднике танго, который проводится там ежегодно. И хотя я никогда не была в Буэнос-Айресе, но интернет делает чудеса. И вот я уже пританцовываю. Эти движения совсем не мешают процессу измельчения зерен. Ну, конечно, со стороны это может выглядеть странно, но я делаю это всегда в одиночестве. Но иначе какая же это магия? Вот всегда удивляюсь, почему я так люблю все эти танго, фламенко, румбы, все эти танцы. Может, это как-то связано с моими прошлыми воплощениями? А может, я сама была танцовщицей? Вот кофейные зерна перемолоты, и, вдыхая их аромат, я уже бреду по улочкам Милана,
в поисках уютной кофейни. Почему Милан? Мне кажется, что в Италии самый крепкий кофе. И непременно со вкусом гвоздики или корицы. Может, конечно, и нет, я ведь там тоже не была. Но почему-то представляется именно так. Как говорится, я художник, я так вижу. Мне кажется еще, что кофе соответствует темпераменту итальянцев. Он крепкий, страстный и горячий. Так вот, идя мысленно по улочкам Милана, я засыпаю свежемолотый кофе в турочку, добавляю корицу, немного сахара, все перемешиваю, заливаю водой и ставлю на огонь. Корица. Обожаю ее запах. Он ассоциируется у меня с домом, теплом, мягкой свежей выпечкой. Он как покрывало, теплое и уютное, обволакивает и наполняет покоем. Тем временем на поверхности напитка появляется пена. Она поднимается все выше и выше, наполняя кухню несравненным кофейным ароматом. Вот-вот выплеснется через край. Тут я быстро снимаю турку с огня. Жду некоторое время, пока осядет гуще, и выливаю напиток в фарфоровую чашку. Потом ставлю любимую мелодию, обычно это саксофон. К тому времени я уже нашла уютную кофейню, присаживаюсь, закрываю глаза и наслаждаюсь напитком. Вот такой кофейный полет фантазии под настроение. Ну, а обычно кофе варится в кофемашине, но я все равно добавляю туда специи, все равно включаю музыку, отстраняюсь от всех дел, потому что кофе для меня – это отдых. Я заварю наикрепчайший кофе и поднесу его к лицу так близко, чтобы увидеть хоть в анфас, хоть в профиль себя на глянцевом кофейном диске. Пока я в кружке буду отражаться, дрожа от дуновений самых слабых, он будет мною так же наполняться, как я вдыхаю горький его запах.